День студента недавно отмечали, слышал? Да. И что это такое? Я такого почему-то не слышал. Слышал, вспомнил. Всем студентам же надо, уважать их в этот день. У них это как праздник. Кто отмечает этот праздник? Многие отмечают. Китайцы отмечают. Еще отмечают василицы. А кто такие студенты? Это старшие дети. И чем они известны? Тем, что они тоже учатся в студентаторе. Он работает там, он пишет всякие формы, вот так вот, ручкой, быстро. Они изобретают роботов, или динозавров. Вечером он приходит домой, он сразу ложится спать, потому что у него тяжело день был. А зачем люди становятся студентами? Затем, чтобы потом ходить на работу, училище. По-моему, это людей выбор. Потому что они очень хотят стать знаменитыми. Просто так, чтобы личные знания получить. Ты станешь студентом? Я же все понимаю. Я хочу студентом быть. Ну, а если честно, я не пойду. Там еду не дают, как в школе, в столовой. Вкуснятина там точно уже не найдешь. А что самое сложное в жизни студента? Это работа. Думаю, завоевать место в классе. Потому что пойдешь, что последний, все места заняты. Говорят, что самое сложное время для студента – это время сессии. Согласен. Сессию сдать? Да. Самое легкое. Самое сложное – заработать деньги. Вот это вот самое сложное в мире. Как сдать экзамен хорошо студенту? Я знаю одну примету такую. Ты должен думать головой. А я тебе расскажу другие приметы, в которые верят некоторые студенты. Например, некоторые говорят, что нельзя стричься перед экзаменом, мыться и бриться. Да. Ты веришь в это? Да. Если ты помоешься, ты уже не выйдешь на улицу, потому что ты будешь мокрый. А стричься, потому что студенту нужно быть таким лохматеньким, чтобы тебя узнали хотя бы. Вот это уже неправда. Потому что перед экзаменом нужно быть красивым, хорошим, чистым. А если он будет весь профуканный, то как? Надо же мыться, все надо сделать. Вот как мой папа. Папа вот перед тем все моется, а мы на деле идем и же потеем. Но говорят, это поможет успешно сдать экзамен. Так мне не пойдет. Мойтесь и прижитесь перед экзаменом. Если вы не помоетесь и не подстрижетесь, у вас в голове заведутся червяки, они съедят все мысли. Говорят, что перед экзаменом нужно в ботинок под пятку положить монетку в 5 копеек. Если ты не будешь ничего учить, даже немножко, копеечка обидится. Да, это полная ерунда. Мама и папа никогда бы так не сделали. Говорят, это удачу на экзамене может принести. Нет, это не удача. Это реально не удача. Деньги всегда кладут либо в куртку, либо в карман. А кто кладет деньги в ботинок? Так мы не делаем. Это только индейцы или иностранцы. Это только пьяные люди кладут. А мы же не пьяные люди, мы лосицы.
это не приносит удачу. А что? Удачу только приносит, когда у небогатых появляются денежки, и они чуть-чуть только богатенькие. Еще раз надо подметить, что левой ноги встанешь, экзамен ты сдашь хорошо, на отлично. С левой ноги не стоит вставать, потому что можно ушибиться и поехать в больницу, а не на экзамен. Надо со всех, и с правой, и с левой надо начинать. Потому что так тебе будет лучше вставать. А сложнее это либо с этой ноги, либо с этой. А как понять, где у тебя левая нога, а где правая? Я вообще не знаю, они же одинаковые. Некоторые студенты делают вот такой ритуал перед экзаменом во время сессии. Халява, приди! Что это? Кто это? Почему ты не слышишь? Он фигней просто страдает. Вот, они не выполняют задания. Они все орут, орут, орут. Они говорят, не орите, не орите. Они орут, орут, орут. Алло, алло, алло. Орут, как А кто такая халява? Я не знаю, кто такая халява. А может, халява это его жена? Халява это праздник какой-то. Ну, я этот праздник не очень так-то люблю. Что ты скажешь тем, кто верит в халяву? Не верьте в халяву. Она не настоящая. Это просто видео. Если не получилось дать экзамен самому или с помощью халявы, можно ли дать преподавателю взятку? Ну, можно, я думаю, иногда. Можно было бы оплатить либо картой, либо что-то там. Что? Взятку. Никак не купить хорошую оценку. Это незаконно. Ну, если там ходят слухи, что там кто-то вот, из учителей это вот любит, а ты взял на плохую отметку, вот. Я думаю, знаю. Студентам перед экзаменом часто говорят ни пуха, ни пера. Что ответить, когда тебе говорят ни пуха, ни пера? Я просто не буду обращать внимания на это. Почему? Потому что это вообще некрасиво. Кто обзывается, то так называется. И еще один вариант. Какой? Хорошо смеется тот, кто смеется после контрольной. Ну, давай поздравим всех с прошедшим днем студента и пожелаем накануне очередной сессии что-нибудь нашим студентам. Поздравляем мы вас с днем студента. И мы желаем, чтобы у вас много еды было, и чтобы у вас было хорошее сердце. И чтобы у вас сердце было только добро. Студенты, я вам желаю хороших экзаменов. Перестаньте верить в приметы, это неправда, вас разбили. Ни пуха и ни дыра. К черту! Теперь пейте мои стихотворения. Ну давай. Студент идет в университет, он будет там красивым. Он будет почти похожим на Женька. Ах, студент, ты помыт, подстрижен. Давай поиграем, пока ни пуха, ни пера. К черту, тарам-тарам. Ни пуха, ни пера, к черту.